Oh my goodness! Всем привет! У меня тут воссоединение с моей старой камерой Olympus Stuff, которую я уже 2 года не использовала, моя красавица. Смотрите, скучала очень. Эта камера моя самая любимая, я использовала так часто, так много, но потом я потеряла зарядку и перестала спустя 2 года. Правильно, 2 года уже. Я ее нашла. Не нашла, говорю, я ее нашла. Я купила, наконец, зарядку, руки дошли. Теперь я так счастлива, у меня прям сегодня переполняет чувство, что я снова ее могу использовать, потому что зарядка какая-то особенная, не подходили никакие, что у меня было. А ту особенную я потеряла. Вот. Наконец-то, спустя столько времени, могу использовать. Вот. И эту камеру мне еще порекомендовала Флорида Ялта. Мне порекомендовала. Не мне. Порекомендовала она Ютубу и ее зрителям. И я взяла на вооружение, я ее очень-очень люблю, эту камеру. Вот. Так что я прям сегодня такая счастливая. И так интересный экранчик. Может, видео наконец-то начнется почаще. Мы в доме, вот смотрите, огоньки сегодня Киган поменял. Новые лампочки купил, похожий эффект огня. Вот. Сегодня еще такое, у меня прям переполняет много эмоций, особенный день, потому что... Сейчас я встану. Так необычно снова... А, ура! Моя камера. Так. Куда это? К свету. Особенный день, потому... Что-то не очень свет. Ну да ладно. Буду я ходить, не ходить. Где вам новость рассказать? В зале, в кухне? Нигде, везде все, видите, бардачок. К нам завтра должна... Откуда эта тень, не пойму. Понят, от меня тень. Ну почему? Я не понимаю. Ну да ладно. А, потому что вот здесь еще свет. Наверное. Правильно? Вот. Нет, не вот. Не понимаю ничего. Ну да ладно. К чему я говорю? У нас тут везде бардачок абсолютный, потому что к нам... Только завтра придет женщина все убрать, все почистить. И наконец-то, может, мы уже заедем. Мы ждем матрас единственное. Поэтому мы не заезжаем до сих пор в Орви. Но, в принципе, уже 98% всего готово. Итак, моя новость. Сегодня у меня вдвойне классное настроение, вдвойне продуктивный день, потому что я закрыла свою сделку за... $599 000. У-ху! Поздравьте меня, пожалуйста. Я прям в восторге. Все прошло гладко, все smooth, все, в общем, хорошо. Ту-ту-ту. Перевести. В общем, гладко, легко и комфортно. Так что здорово. Я в восторге. Сегодня подписали все, это зарегистрировалось, все, тра-та-та. Пейчек должен прийти где-то через пару дней. Так что, кто не в курсе, кто в курсе, я риэлтор в Южной Каролине. Получила свою лицензию где-то в июне 2017-го, потом присоединилась к компании и начала свою деятельность. Вот. И первые плоды, не знаю, потом отдельно, может, сниму, не сразу пришли абсолютно, когда они, спустя 4 месяца, наверное, где-то. Ну и плюс... И если бы я больше вложила, больше бы отдачи было. Я сейчас это уже вижу. И сейчас, ну, конечно, я стараюсь расти, все такое. Сколько у меня уже 2 сделки закрылись. Еще одна пендинг и еще одна вот только сегодня закрылась. То есть, вот, немного, но я довольна. Я довольна. И по результатам, по деньгам, в принципе, все отлично, хорошо. Мне нравится. Растем в этой деятельности. В общем, вот, продаем real estate. Завершаем наш дом. Пытаемся заехать. В общем, жизнь кипит. Такие дела. Что же, у меня прямо сегодня от этой камеры, мне кажется, как будто камера меня более счастливой сделала, чем моя сделка. Хотя сделка нет. Она очень меня счастливой сделала, ну, просто так как... Сколько? 30 дней? Да. То есть 30 дней я на ней работала, и поэтому я уже знала, что это придет. Но, слава богу, все закрылось, все отлично, супер. Покупатели... За наличные покупали, это упрощает сделку. Так что вот, все пошло классно. Надеюсь, что они мне сейчас доверят тоже продать и дом, который у них уже был. Вот, посмотрим, пожелайте мне удачи. Клиенты такие классные, суперские, милые, добрые.
я не могла спросить побольше клиентов. Смотрите, английский и русский. I couldn't ask for better clients. How could I say it in Russian? I don't know. Я не могла спросить. В общем, перевод, если дословно переводить, ни фигня получится. В общем, классные клиенты мне попались. Класснее не могло бы быть. Как-то так. В общем, I couldn't ask for better clients. They were so great, so sweet, so nice. В общем, я довольна, я в восторге, и я рада, что очень начала эту... Решила попробовать эту интересную карьеру как real estate, риэлтор. Я в восторге. Вот так вот. Вот, новая камера. Прям. Сегодня очень классный месяц. И сегодня 13 февраля. Прямо у меня перед день Святого Валентина. Всех поздравляю. Завтра уже сегодня вторник. Сегодня закрыла сделку. Сегодня зарядка ко мне пришла наконец-то. Вот. Так что такие дела. Еще так классно. Не знаю, мне нравилось видео снимать еще больше для того, что ты потом идешь обратно и смотришь, что у тебя там было, где это было, как ты там рассказываешь и так далее, и так далее. Иногда видео получается silly, глупенькие в переводе. И спустя время ты возвращаешься к ним и думаешь... Какое дурацкое видео, о май гад. Но не в этом суть. Суть в том, что ты возвращаешься и как-то сравниваешь себя с сегодняшней с тогда. Саша сейчас, Саша тогда. И это интересно. Не знаю, как вам, но мне всегда интересно. Я могу вернуться и так. Даже вот, к примеру, может, глупый пример, но сейчас я вот смотрю уже в эту камеру, и я... Если пересматривать старое видео какое-нибудь, там, до путешествия, я могу увидеть, ага, Саша, ты раньше за тобой лучше следила в плане веса. Уже щеки появились хомячьи. В общем, и мне всегда так, в те времена вот хорошая фигура была. Но уверена, когда были те времена, я тоже думала, что, а вот тогда это было лучше. Или могло бы быть еще, в общем, всегда собой недоволен, да. Но... Это неправильно, нужно быть всегда собой довольной, но стремиться к еще лучшему. Вот. Так что, надеюсь, этот дом мы завершим, и я начну снова ходить в спортзал, потому что, ой, не в фокусе почему-то. Фокус, не фокус. У меня мембершип-то есть, но я уже туда давно не ходила. Да, не могу привыкнуть этот экранчик, я обожаю эту камеру, классная такая, очень классная. Вот так вот. В общем, жизнь кипит. Дома. Вернулась моя камера спустя, блин, я уже тут жената, замужем, с детьми и с домом. Ну, без детей, конечно, но я условно говорю, что 2 года прошло, и наконец-то снова вернулась ко мне моя камера. Столько изменений, дорогая моя камера, ты пропустила. Но ничего, наверстаем. Жалко, что в путешествии у меня не было этой камеры, но там была GoPro-шка. GoPro-шка началась сейчас глючить, я ее сейчас не использую. Огоньки прикольные. Так что я очень-очень довольна и рада вернуться к своей старой камере. Надеюсь, снова начну с энтузиазмом записывать новые видео. Прежде всего для себя, любимой. Вот такие дела. Дом сниму потом, как мы почистим его. После ремонтной... клининг устроим. И потом сниму вам экскурсии. В общем, вот такие новости на сегодняшний день. Я так рада. Такое у меня вечернее классное настроение. День был долгий. Пойду я отдыхать. Хотя надо еще убираться. Вот так вот. Все, всех целую, всех люблю. Всем пока. Загружу сейчас видео. С Днем Святого Валентина вас! Муа!